Так, ну что, следующую песню тогда мы слушаем от давайте, вас. Да, она давайте. Называется «Смотри, как надо». А о чем песня? Смотри, как, вот да. это, как давайте надо. Давайте мы спросим у солистов. Так, у солистов. У нас к нам сейчас присоединяются к группе «Непоседы» Алиса и Роберт. Давай поаплодируем, Ириска, так, нашим ну давай, друзьям. О чем песня-то, Алиса? А надо микрофон, наверное, да, включить, наверное. Он не включен, да? Попробуем. Песня вот, очень зажигательная, веселая, про танцпол, там все танцуют, веселятся. Такая классная танцевательная песня. То есть вы показываете движение, ну, поете, ну, да. само собой, разумеется, и говорите, смотри, как надо. Ну что, будем готовы мы повторять, Кирилл, движение за непоседами? Конечно, я даже готов привстать. Да? Ну все, ну да. давай, все. Поехали. Тогда танцуем, вы поете, мы танцуем. Сейчас мы превратим эту студию в настоящий танцпол. Непоседы в эфире детского радио! Браво! И мы потанцевали с Кириллом. Ух, классно! Но я так понимаю, что это не все подарки от вас еще. Да. Не только песни, а что еще? Еще материальный подарок.